столетию Марийской автономии в республике отремонтируют целый ряд исторических зданий, среди которых библиотека имени Чивайна, колледж культуры и искусств имени Палантая, музей Евсеева и другие. Так, в Национальном театре имени Шкитана ремонтно-восстановительные работы идут сейчас полным ходом. Реставрация началась в нынешнем году и по планам закончится через год. Сохранить неповторимый дух одного из старейших театров республики и при этом не мешать работе актеров – такой задачи придерживаются строители. Это не просто здание в центре Йошкар-Олы, а один из значимых исторических объектов республики. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов выполнено в стиле советской классики с использованием дорической ордерной системы. 8 колонн и шикарный фронтон главного фасада, скульптурная композиция, лепной декор и пропорции оконных проемов. Марийский национальный театр драмы имени Шкитана знаком каждому, кто хоть раз бывал в Йошкар-Оле. Это не просто единственный национальный театр республики, это история марийского народа. В рамках подготовки к празднованию столетнего юбилея республики реставрируется и объект культурного наследия «Театр Шкитана» по проекту «Театр Марийский драматический, 1962 год». Планируется замена механики сцены, замена механики круга, механика софитных подъемов, то есть троса, лебедки, все блоки, которые изношены, они 60-х годов, все оборудование. Также антрактно-раздвижной занавес, дорога меняется. В плане, конечно, своими силами как-то и новый занавес повесить. Реставрационно-восстановительные работы в театре проходят несколько этапов. Здесь глобального ремонта не было со времен его основания. В этом году запланирована сдача механической системы, своего рода секрета закулисья. Зритель его никогда не видит, но именно благодаря работе этой техники функционирует вся сцена. Дороги занавесов, сценические подъемы, театральные лебедки, поворотные круги – и это лишь небольшая часть сценического оснащения, которое сейчас обновляется. Пока строители здесь работают утром и вечером, а днем артисты театра репетируют спектакли. Так, 28 сентября театральный сезон в Марийском театре откроется первой марийской рок-оперой «Биармия». Премьера этого спектакля состоялась весной. Вставила мощная бригада постановщиков из Петрозаводска. И колоссальный, мощный спектакль, который вот мы решили, что надо на открытии сезона обязательно показать зрителю, потому что, конечно, не все успели посетить спектакли, которые состоялись весной. Спектакль интересен как марийскому, так и любому другому русскому и любому другому зрителю, потому что это опера, это музыкальный спектакль, где достаточно знать либретто для того, чтобы наслаждаться уже дальше действом, музыкой, пением артистов. Вся работа, которая не помешает артистам, будет проходить сейчас. После открытия театрального сезона строить и ремонтировать можно будет только в утреннее время. Часть работы строители завершат в декабре, а намного более серьезные планы остаются на следующий год. На следующий год у нас остается планшет сцены, планшет круга, зрительный зал, паркет в зеркальном фойе, покраска зала, то есть стен кулуаров. В следующем году в театре придется разобрать всю сцену. Облагородят территорию и вокруг. Поменяют обшарпанные плиты, а вот каменный блок 60-х годов сейчас найти уже не удастся. Поэтому планируется все отшлифовать и обновить. При этом оставить все детали в неизменном виде, как было и много лет назад. На реставрацию Марийского национального театра драмы имени Шкитана из федерального бюджета выделено более 44 миллионов рублей по целевой программе «Восстановление памятников истории регионального значения». Завершить работы по восстановлению запланировано в октябре 2019 года.